Организованная преступность поднимает голову в Республике Молдова. Организованная преступность пытается через парламентские списки попасть в парламент и в руководство страны. И это не шутки, это на полном серьезе. Страна находится на очень важной и опасной распятии, да? Распутье. И если сейчас не взяться серьезно навести порядок в стране, я боюсь, что через максимум год у нас будут очень большие проблемы на все, что касается правоохранительные органы, правосудия и так далее, и так далее, и так далее. Мы назвали приоритеты, которые есть. Приоритеты есть обеспечить порядок в стране, обеспечить те условия для офицеров правоохранительных органов, которые должны бороться с преступностью, должны бороться и поддержать национальную безопасность, оборону и так далее, и так далее, и так далее, обеспечить им соцпакет, обеспечить постоянное служебное жилье, обеспечить именно те амбудирования и нужды, которые они могут делать свою работу во благо этой страны. Начинающим офицерам или работникам силовых структур, чтобы была минимум зарплата 10 тысяч лей. Помимо этого, создавать условия безопасности в стране, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности, чтобы он мог отпустить свободно своего ребенка в парке, в школу, или просто прогуляться, или в фильм. Очень важно для нас, и вот для нас приоритет, создать условия безопасности, полного безопасности и кибернетического, и общественного, и от криминальных структур бизнеса, чтобы бизнес развивался, и он увидел в государстве партнера, который обеспечивает безопасность, и у них была уверенность, что все свои вложения, инвестиции, уверенность в завтрашнем дне и долгосрочный период. Для бизнеса очень важна безопасность и стабильность.